Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, у нас закончился турнир, и мы забираем свой приз. А приз у нас состоит из следующих наград: 9660 сюрикенов, 50 ДНК на Rocksteady фильм, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Отлично. Ну что, ребят, сегодня будем делать буст, но сначала я хочу посмотреть, что у нас. Ага, ну что же, я могу многих поздравить, кто будет играть в турнирную арену. Соответственно, он может заработать ДНК на Усаги. Усаги — это один из топовых бойцов, поэтому рекомендую его сразу приобретать, если будет такая возможность. Так, ну а что у нас на испытаниях? Я вижу, у нас городская война, свет в темноте. Так, нужно нам это дело или нет? Нам это дело не нужно. Почему? Потому что у нас все это есть. Значит, мы это событие пропускаем. Так, а вот живи долго и играючи, по-моему, нам нужно. Сейчас я посмотрю внимательно. Да, здесь разыгрывается. Ну как разыгрывается? Здесь можно фармить кожеголового. Только ради него, в принципе, и стоит проходить это событие. Отлично. Ну, также, как ты видишь, у нас эксперт — это будет учитель Сплинтер. Он мне не нужен, прокачанный у меня по фулочке почти. Ну и платиновая — это черепашки. Все, надеюсь, всем прекрасно ясно. Так, здесь у меня все выполнено. В магазине открываем с тобой бесплатно пак, где выпадает мне мутагеноид. Окей, и побежали на арену. Будем бустить. Так, 11-11, сразу же, прикинь, сразу дали мне 11-11. Это очень круто, и мы начинаем с самого хвоста. Я думаю, что для многих зрителей, наверное, буст — это самое лучшее событие, которое может быть в черепашках-ниндзя. Почему? Объясняю, ребята. Потому что мы здесь проходим, ну как тебе сказать, не самыми топовыми персонажами, по крайней мере в самом начале, да. И игра как бы более интересна, потому что здесь где-то ближе к середине мы начинаем драться с равными по силе персонажами. И от этого как-то интереснее, чем когда мы с тобой уже ближе к топу, да, и начинаем уже брать Шреддера вместе там с кем-либо и рвать наших врагов в щепки. То есть там довольно быстро все, и можно, в принципе, как бы это и не снимать. Но я вам предлагал, друзья мои, давайте я делать за кадром это буду, вы все равно настоялись снимать. Ну, так что, ребят, извиняйте, что из серии в серию одно и то же. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Уже 21 уровень против нас. Что-то, кстати, очень быстро они, по-моему, подгоняет левел. Хотя, в принципе, ребят, это неудивительно. У нас буст. И сейчас как бы все места, они свободны. То есть, кто первый побежит, тот первый и займет самые сладкие места. Но, естественно, ненадолго, потому что тебя буквально через 2-3 часа скинут. Если ты доберешься до сёгунов, тебя, естественно, в самурае. Если ты дойдешь до мастеров, тебя, естественно, скинут в сёгуны. Так, ну что, пока вроде бы неплохо. Самое главное — буст. Почему, ребята, буст нужен? Во-первых, мы с тобой получаем сразу топовую награду, то есть там будут у нас доллары, там же у нас будут монеты. То есть это как бы уже в плюсик идет. Нам быстро идет прибавка. Плюс мы с тобой, даже если нас скинут, мы не упадем с тобой на самое дно, а будем держаться, ну, в принципе, на плаву, где достаточно легко и быстро продвинуться дальше, например, от той же самой Лиги Сёгунов, да, или же Лиги Самураев, чем когда-то, например, на самом дне. На Лиге Воинов я, ребят, еще ни разу не был, меня не скидывали до сюда. Но до элитки было, но это было на самых началах, когда я, в принципе, только до самураев еле-еле добирался. Были такие моменты, и все эти моменты у нас на видосиках запечатлены. То есть, если кому интересно вообще посмотреть самое развитие, самый такой трэш, который был, это, наверное, надо где-то смотреть самые первые 100 серий. Как по мне, там самое-самое начало, самое развитие. Как бы еще никто ничего не прокачан. Ковырялся как червяк там, ё-моё. Получал звездюли от всех, кому не лень. И потихоньку мы развивались. Получали топовых персонажей, соответственно, их прокачивали. Потом давали сдачи, вырывались с тобой в топчики, били какие-то новые рекорды. В общем, это вот первые 100-150 серий, это я тебе точно говорю. Дальше уже идет такая более, как тебе сказать, быстрая игра. И она в основном пошла у нас на топовых персонажах, которых мы с тобой прокачали. Соответственно, брать первые места именно на арене.
Да, потому что нам нужна была арена для чего? Да, в принципе, она и сейчас нужна. Для того, чтобы получать осколки. Все заключается в платиновых осколках. Нам они очень нужны, потому что персонажи у нас прокачиваются именно за платиновые осколки. Я имею в виду в платиновый ранг, в самый последний, который здесь есть. Но и это даже не самое главное. Самое главное прокачать им еще скиллы, потом еще уровень прокачать до сотого. Ну, то есть, понимаешь, да, что некоторые персонажи у меня в платиновом ранге, но не имеют сотого уровня. Да что там сотого, даже порой 80 и 90 уровня они не имеют. Вот такой вот парадокс. И причем ты вроде бы как бы и рад их прокачать, но опять же упираешься головой во что? В стенку, а стенка это что? Мутаген, ой, мутаген, да. Нехватка, вечная, ребята, нехватка этого мутагена. Даже вот сейчас вот Донателло, вот сегодня, надеюсь, Донателло прокачается у нас до соточки. Потом, я не знаю, кого будем брать в прицел и кого мы будем дальше с тобой прокачивать. Я как бы от вас жду в комментариях, кого бы вы хотели, чтобы я взял на прокачку. Персонажи у нас там тьма тьмущая, поэтому выбор просто огромнейший. Так что жду, ребята, ваших, так сказать, комментариев. И желательно, чтобы они совпадали. Ну, как бы, не то чтобы один говорит одного, другой другого. Потому что, ну, каждый проголосует про своего. И, соответственно, никакого выхлопа не будет. А вот если, например, 20 или 30 игроков проголосуют за одного персонажа, то здесь уже действительно есть какой-то выхлоп. И я сразу пойму, что этот персонаж, наверное, нам более актуален. И не просто ради того, чтобы посмотреть, как он выглядит или как он там дерется на сотом уровне, а именно тот персонаж, который нам нужен. Который нужен нам по испытаниям в каких-то определенных или где-то по проходимости. Вот в этом плане. Чтобы он действительно был нужен нашей команде. Так, ну что, 15-13 я уже вижу здесь. Хорошо идем, очень хорошо. Уже 32-й ранг, ты представляешь? Друзья мои, не могу зайти в игру, знаете, в какую? В Kingdom Rush. Потому что там вышло обновление. Вот на телефоне могу зайти. На эмуляторе нет. Я уже перепробовал 5 или 6 эмуляторов. Ни на один не заходит. Не знаю, в чем проблема, понимаешь? А на телефоне у меня не получится играть. То есть, как бы, играть-то получится, но не получится записать на мониторе. Понимаешь, в чем проблема? Можно, конечно, попробовать загрузить в этом. Скажи, я скажу. Как он, елки-палки. На iPad? Может быть. Но я не уверен, что там будут сохранения. Хотя я не пробовал, если честно. Если игра, в принципе, куплена и там, то я думаю, что на Apple System не надо покупать ее заново. Хотя вот фиг его знает. Надо проверить. Потому что если мы сможем на iPad поиграть, то фиг с ним, я уже поиграю на нем хотя бы. Иначе никак. С телефона, ну ты сам понимаешь, да, если я даже выведу изображение на монитор, это будет маленькое такое окошечко, через которое ты фиг что там увидишь. А вот почему на эмуляторе не запускается, даже сказать тебе не могу. Просто у меня нет на это ответа. Причем ни на одном, их там 5 или 6, еще раз повторяю, эмуляторов, и ни на одном не запускается. Просто черный экран и все. Я уже и обновлял, и удалял ее из все заново. А на телефоне, вон, ради бога, играй сколько хочешь, но я даже не стал запускать. Я видел там новые уровни, новый персонаж. Но специально не стал играть, потому что хочу это все сделать на запись. Так что, ребята, я попробую сейчас поиграю в черепашки, потом в юрские еще поиграем. И попробую на iPad все-таки запустить. Она же вроде бы как есть там, да, у нас? Да, она есть. Там же не обязательно играть аркадовские игры. Там тоже можно скачать с Google Play и попробовать запустить. Так, ладно, это мы немножко с тобой отвлеклись. Сейчас нам нужно с тобой здесь бустить. Я уже даже, честно говоря, за разговором не увидел, на каком мы месте находимся. Да, елки-палки. Я, знаешь, так на автомате, ё-моё, говорю и сам уже механически все делаю, все команды, потому что я прекрасно знаю, куда чего надо кликнуть и какой суперудар или просто удар выполнить. И в какой последовательности. Вот. Так, упали. Про War Tales я вроде бы сказал, да? Кто-то жаловался, что изображение размытое. Я уже вроде бы в какой-то из одной серии говорил, что так что можете сейчас заходить. Оно уже в нормальном качестве, как говорится, переработало, да? Сегодня, ребят, тоже попробовал поиграть.
трэш. Она затягивает, это звездец какой-то. Вроде думаешь, сейчас один поединочек. Ну там один поединочек выходит в минут 40. Прикинь. Сейчас ходил, брал контракты, решил немножко там подзаработать в игре деньжат. И получилась такая фигня, что там два задания находятся рядом. С одним заданием я справился, вышел, ну как бы забомбил этих разбойников. Вышел, у меня очень мало здоровья, и на меня тут же нападает вторая команда бандитов. А у меня они не отхилены, без брони. 30 раз перепробовал перепройти этот второй поединок. Не хотелось мне просто сбрасывать и начинать все заново. Ничего, ребята, не получилось. Валят, хоть ты тресни. Трэш, конечно. Так что, наверное, может быть, сегодня или завтра буду играть опять в War Tail. Так, ну смотри, тут все отлично, никто нам ничего сделать не может. Бумс, минус. Так, Доня, хорош, успокойся. Твой уклонение. Какое уклонение? Ты еще вешаешь. Эй, парень, давай-ка завязывай своим уклонением здесь. Дичь. Замечательно. Так, ну что, сегодня чисто вот арена, ребята, будет у нас, да? Потому что и так сегодня три видосика выложил по черепашкам. Вы устанете. Лучше мы сыграем что? Либо Spaceland, да? Возможно, даже Braveland сыграем сегодня в героев. На втором канале, наверное, скорее всего, поиграем в Чумную сказку. А, скорее всего, еще поиграем сегодня в Страну Оз. Вероятнее всего, да. Будет серия. Ну, я имею в виду, я буду снимать, а когда выложу сегодня или завтра, это уже неизвестно. Скорее всего, это будет все завтра. Так, потом просили еще в ПВЗ, в героев поиграть, не знаю, ребят, что-то как-то устаю, вот когда слишком много игр начинаю играть, разных причем, разных. Вот когда у меня есть вот три стандартные игры здесь, да, к которым я уже привык, это черепашки, это всадники дракона Олуха и... Юрский парк. Как-то они идут у меня по очереди. Все, я от них не напрягаюсь особо сильно. Как начинаю включать вот этот список еще игры, именно которые проходим, меня что-то сразу какая-то слабость берет. Я не знаю. Может быть, просто отвлекаешь от каких-то игр, а потом, если ты начнешь играть, и она тебя как бы затягивает. Возможно. Так, ну что, мы уже практически сравнялись по уровню с нашим врагом. У нас 50 уровень, у них 45, то есть буквально еще поединок другой, и уже будем воевать на равных. Но на равных, еще раз повторяю, очень опасно, чревато для моих ребят драться. Потому что нас там могут ушатать. Ну-ка, давай-ка. Ну, понятно, суперудар этот не прокачанный, поэтому от него какого-то супер-пупер там эффекта ждать и не приходилось. Ну что, Макман, давай, наверное, вот этот свой удар козырный. Боксер такой побежал, отдубасил бедного бибопчика, или кто там, Рокстеди был. Так, ну что, давай посмотрим, какое у нас место. Занимаем с тобой мы самурая в 3 звезды уже. Неплохо, я считаю. Так, 14-18, а дадите мне, например, 15-19, скорее всего. Вот, было, вижу, ребята. Блин, ну я упустил этот момент. Твою налево, вот сейчас попробуй, получи. Ага, вот фигушки теперь дадут, наверное. Нет, ну может быть дадут. Вот, есть все-таки. Все-таки урвал. Но здесь, видишь, здесь майки 49 уровня, поэтому я не буду рисковать. Возьму сразу здесь Карайку вместе. Карайку вместе, наверное, с Зеком. Этого майки нужно сразу хлопать. Потому что все прекрасно знают, на что он способен. Начинает там свои уклонения вешать, потом начинает еще хилять. И фиг, короче, что ты сделаешь с вражеской командой. Ну-ка. Ты дичь, нормуль. Вот сейчас было хорошо. Зэк и Карайка, в принципе, справились с поставленной задачей. Ну, а мы летим дальше. Летим дальше. Так, 13-я позиция. Сегодня в Юрском парке есть, ребята, аренушка. Продолжается. Мы, наверное, будем с тобой опять бомбить арену. Но если какие-то будут события хорошие, отличные, где действительно есть шанс выиграть, то, конечно же, пойдем
проходить события. Так, ну что, 10 уровней у нас разница становится между мной и нашим противником. То есть это все ближе-ближе к минималке идет. Давай попробуем одолеть. Но у них тут неплохая команда в плане того, что у них есть баффер, это Крис Брэдфорд. И лекарь у них есть, это Эйприл. Поэтому давай-ка мы, наверное, вот так сделаем для начала. Теперь попробуем Эйприл завалить. Так, это защиту. Вот этот защиту повесил. Ну ты молодец, охламон, а? Да. Если бы не защита, сейчас будет хилять, естественно. Но зато она потратила хил. О, Ванек, ты... Тихо ты, у нас тоже есть хиллер, муха. Так что я думаю, мы пока здесь справимся. Так, давай. Замечательно. Так, Карайку, ой, Карайку, ё-моё, о чем я говорю. Эйприл нужно наказать. Ее надо было, конечно, в принципе, сразу наказать. Но если лопухнулись чуть-чуть. Тюф. Нет, это не супер-пупер урон, конечно. А давай я возьму провокацию. Пускай пробуют, пробивают. Ничего не получается у вас, да? Я так и понял. Тыч. Ни шиша у них не выходит. Но мы тоже тут не особо сильно наносим урон, если честно. Да. Ну а так, если... Угу. Роквелл у нас упал. Так, ну что, беремся за Ванька. Да, Ванька крепок. О, у нас провокация уже все слетела. Не понял. Она после удара может уходить в инвиз? Шинигами-то, оказывается. Я этого не знал. Видимо, на пассивку, да, работает. Ну, да что ты, ёк-макарёк. Ну, наконец-то. Да, вот о чем тебе говорю. Разница в 10 уровней, а мы еле справились с вражеской командой. То есть, ты представляешь, если вообще уровень в уровень драться, нас порвут просто-напросто. Ну, а мы с тобой переходим уже в Сёгун одна звезда. Сёгун одна звезда. И попробуем сейчас... 15-20-то будет, нет, сегодня? Вряд ли будет. Давай возьмем с тобой 15-19, так уж и быть. Так, у нас... Ага, у нас уже 61-й... Все, ребят, 70-й уровень пошли, получается, да? Ну, можно выдохнуть. Можно выдохнуть, потому что мы перешли уже на средний класс. Уже будем с тобой, как говорится, драться, не боясь. Видишь, что вытворяют мои бойцы. Теперь Карайка крик делает. И добивка. Все. Довольно легко и просто. Ну, потому что, ребята, это средний класс. Это уже начинается, как говорится, от 60 до 80 уровня. Так, 26 позиция, да, получается у нас. Окей, так, 15-20. Но у нас персонажей что-то как-то маловато, да, осталось. Что-то как-то вроде и буст, и в то же время почему-то медленно как-то мы продвигаемся. Мы только до Лиги Сёгунов 2 звезды, это сейчас доберемся. А как же мы раньше до Лиги Мастеров сразу добирались, интересно. Ну, видимо, все зависит от того, сколько ступенек пролетаем, сколько кубков мы получаем. Это тоже очень много значит, что... Так, ну давай этими из базуки, отлично. Так, нейтрализатор здесь справился с поставленной задачей, и мы двигаемся дальше. Переходим? Да, переходим с тобой на Лигу Сёгунов 2 звездочки, 82-я позиция. То есть 3 поединка нам нужно будет сыграть, наверное. Так, дайте мне 16-21, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ну, дайте мне 16-21. Не-а. Уперлись рогом и все. Дают 15-20 и все. А 16-21, не-а, сказали. Гуляй, Вася, подыши воздухом. Ни в какую. Засранцы. Ладно, хорошо. Не даете, как хотите. Мы вас и так разнесем. 52-54 уровень. Пи, для моих 70-х и 80-х это вообще на изи. Так, ну давай проникающим фиг с ним.
Так, Майки упал. Теперь базука. И добивка. Все. Отлично. Сколько у нас там персонажей? Еще, наверное, на поединок другой. Это максимум. Ну, в Лигу Сёгунов 3 звезды, наверное, все-таки зайдем. Успеем. Так, 16-21. Только сейчас дали. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, получается, два поединка всего лишь остается. Включая этот. Даже не буду здесь ничего делать. Никаких уклонений, этого нам не нужно. Как говорится, мы справимся и так. Угу. Постепенка висит на всех. Ну давай добьем, уж так и быть, этими шипами. Хотя можно было просто тупо какие-нибудь нелепые удары делать, они все равно бы разложились. И последний у нас поединок. Ну да, Лига Сёгунов 3 звезды у нас в кармане будет. Так, 16-21, да? Раз, два, три, четыре, пять. Все, тут и нечего гадать. Шредер плюс Лео. Все как полагается. Хлоп. А, Армагон. Не Леонардо, а Армагон. У Армагона, значит, получается инициатива круче, чем у Лео. Ну вот и все. Что я хотел сегодня сделать, ребята, то я сделал буст. Ну, скажем так, неплохо. Неплохо, Лига Сёгунов 3 звезды, 64-я позиция. Все равно выше Лиги Мастеров мы с тобой ни разу не прыгали. Я считаю, что это достойный результат. Тем более мы были не особо сконцентрированы. Мы здесь пообщались чутка. Я тебе как-то тему немножечко другую для размышления подал. Ну что, можно, в принципе, ребята, и закругляться. Я за кадром еще посмотрю рекламу, но это именно на откаты. Подожди, а у нас 27 тысяч. Сколько нам нужно? Нам нужно 30, по-моему, да, для того, чтобы... 31 тысяча. Так, погоди секундочку. А если я, например... Так, запомним, у нас... Твою налево, сколько мутагена? 27 тысяч, ну, грубо говоря, 27 тысяч. Давай-ка кое-что проверим. Просто кое-что проверим. 27, блин, это же откаты нужно тратить. Я хотел посмотреть, просто будут за поединки нам давать мутаген. Да что ж такое, получается, мы сегодня не проапаем, да? А там не хватает-то буквально чуть-чуть. Совсем капельку. 185, ребята, золотые, ой, платиновых осколков. Ну, почти 200. Еще 200, и сможем с тобой еще прокачать следующего персонажа в платиновый ранг. Так, если мы с тобой глянем на нашего паукуса. Сколько у нас пиццы? Ну, пицца есть. Но мало. Что-то книжка это не выпадает нам. А вот, выпало. Не, даже здесь я не смогу, ребят, не успею. Не получится мне накопить. Хоть и не дают мне по 120. Все, пицца кончилась быстрее. Да, я не думал, что у нас не хватит, конечно. Что мы не заработаем с тобой мутагена за всю, извини меня, лигу. Очень странно. Ну что, друзья мои, тогда на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!